6 лет колонии за издевательство над приемным ребенком. В Магадане вынесли приговор женщине, которая на протяжении 8 лет морила голодом мальчика, усыновленного, как выяснилось, только ради материальной выгоды. По данным следствия, Любовь Короткова придумала жестокую схему нажиться за счет бюджета. Сразу после оформления опеки она намеренно стала превращать ребенка в инвалида для того, чтобы получать соответствующее пособие. Чтобы спровоцировать болезни, она пичкала мальчика таблетками и почти не кормила. Истощение потерпевшего было настолько сильным, что в свои 11 лет мальчик весил как 4-летний. И лишь благодаря бдительности руководителей одной из поликлиник, куда был доставлен пострадавший, удалось прояснить реальную картину. Врач с многолетним стажем сразу определила, что ребенка просто не кормят. Оставшись наедине с сотрудниками больницы, мальчик подробно рассказал о происходящем. Сейчас мальчик воспитывается в другой семье, где созданы все необходимые условия. За его здоровьем внимательно следят врачи.